читать стихи. Михаил Алфатов, 12 лет. Рязанская область, Шиловский район, поселок Лесной. Александр Молчанов. Память ленинградских детей, погибших на станции Лучко. Есть места на земле, чьи названия, словно оковы, держат в памяти то, что осталось в печальной дали. Вот таким местом скорби и братства нам стало Лучково, небольшое село на краю новгородской земли. Здесь, в июльский безоблачный день 41-го года, враг, нагрянув с небес, разбомбил пассажирский состав. Целый поезд детей Ленинграда, 12 вагонов, тех, что город хотел уберечь в этих тихих местах. Им в прицел было видно, что там не солдаты, не пушки, только дети бегут от вагонов, десятки детей. Но пилоты спокойно и точно бомбили теплушки, ухмыляясь злорадно-арийской усмешкой своей. И метались по станции страхи мальчишки, девчонки, и зловеще чернели над ними на крыльях кресты, и мелькали среди пламени их платьица и рубашонки, и кровавили детскую плотью земля и кусты. Глохли крики и плач в реве, грохоте, юнкерцев в гуде. Кто-то сам, погибая, пытался другого спасти. Мы трагедию эту вовек не забудем, и фашистских пилотов-убийц никогда не простим. Разве можно забыть, как детей по частям собирали, чтобы в братских могилах, как павших солдат, хранить? Как над ними не стыдясь, и мужчины рыдали, и клялись отомстить. Разве можно все это простить? И воспитали в Лучкове на площади возле вокзала скорбный памятник детям, погибшим в проклятой войне. Перед рваным глыбою девочка, словно среди взрывов в огне, в смертном ужасе к сердцу дрожащую руку прижала. Говорят, при отливе ее капля бронзы слезой побежала и осталась на левой щеке до скончания дней.